Привет. Что там, порвало что-то? Нет, колодки тут. С переполнениями. Ну вот так вот мы и гуляем. Ошейник на собаке одет. У меня в руках прибор. Мы привыкаем. Да-да, к электрошейнику. Вон он, Акбар идет. И вот здесь вот я рассказывал про вариабельность. Вот он сейчас идет, да, рядом. Рядом иди. Здесь он обычно убегает. Вот я его посадил. Сейчас без меня все равно никуда не пойдет. Иди гуляй. Я пока сейчас им не пользуюсь. То есть я им не пользуюсь, пока он не привыкнет. Мы с ним подобрали уровень чувствительности. Это я потом отдельно в уроке покажу этот уровень чувствительности. А пока он просто привыкает, у него положительные эмоции. Вот видишь, у меня в руке игрушка сейчас. И вот эта вот игрушка, мы выходим на улицу. На нем этот электронный ошейник одет. У меня в руках вот этот приемник. То есть у него нету взаимосвязи сейчас, то, что сейчас мы будем на него воздействовать каким-то образом. То есть либо вибросигналом, либо звуковым сигналом, или электростимуляцией. Сейчас он просто играет, балдеет. И к этому ко всему привыкает. Вон он сидит уже. Сидит, ждет, когда я ему бросать игрушку начну. Лежать. Умри. Лежать. Умри. Сидеть. Стоять. Хорошо, молодец, я его поощряю. Сейчас он подбежит. Давай сюда. Но это у нас сейчас не обязательная команда. Сейчас я покажу, как обязательная команда будет. То есть мы пока балдеем с ним. Он, видишь, он заигрывает, пытается со мной. Заманивает меня, но я с ним не играю в такие догоняшки. То есть самое главное, за собакой не бегать, он все равно к тебе подойдет. В любом случае, ему же играть охота. Давай. Молодец, хорошо. Да это у нас не обязательно в развалку, не в развалку. Сидеть. Лежать. Вот да, в развалку опять увалился. Ну, я его не заставляю ничего делать такого, что... Вот сейчас мы на выдышку. Лежать, я сказал. Сейчас подальше отойду от него. Хорошо, молодец. Ко мне. Хорошо. Ну, он свою работу выполняет. Это же собака-спасатель. То есть, вот каким образом, например, я учил его, чтобы он обозначал. Вот сейчас у меня в руках находится эта игрушка, да. Я принимаю статичную позу какую-то. Какую? Ну, как вот пострадавший в лесу, допустим, присядет где-то, да, и идти больше не может. Хорошо, молодец. И вот так вот, вот его разлаивал. Потом он уже
понимал, что он в принципе обозначает, он же не дядю Васю какого-то там в лесу ищет, а именно пострадавшего человека. Акбар, давай. Сядь. Эй, балбес, блин. Как тут камеру-то переключить? О, переключил. Вот так вот, вот мы с ним гуляем. Вот сейчас я опять, наверное, переключу камеру. Вот видишь вот это здание. Вот здесь мы со служебной собакой, с моей, с Риком. Это вот тот самый рынок Славянский, который обрушился. А я живу. Вон у меня окно. Вон где кондиционер висит на третьем этаже. Это мое окно. И когда было обрушение здания, прям такой хлопок, бух. Я в окошко смотрю, и вон там, где крыша не заделана, оттуда пыль шла. И бегом, ноги в руки, короче, побежал там, пока начал всех вытаскивать, пока эвакуацию стал проводить. Позвонил быстренько. И вот здесь вот с Риком мы 4 человека обнаружили, спасли 4 человека. Вот такие вот мы молодцы. Пошли. Ну, честно говоря, я вот электроошейник, он для чего нужен, собственно говоря? Он нужен чисто для коррекции, то есть вот мы на мотивации мы научились ходить рядом, да, там, сидеть, лежать и так далее. А когда у него потребность его становится выше, он, я тебе говорил уже об этом, вот здесь вот, вот подкорректировать это все дело, ну, можно электроошейником. Акбар, дай. Хорошо, молодец, ай, браво. Вот так вот, вот мы бегаем с ним, вот сейчас снега очень много, и вот меня иногда просят протоптать дорожку какую-то. Я вот так кидаю, короче, бублик этот, и он дорожку протаптывает. Плюс к этому ко всему еще физическая нагрузка на него идет, хорошая такая. Давай. То есть представь, либо так собака бегает, либо она через снег. То есть он, видишь, как глубоко снег. Ему тяжело, и он физически выматывается, что, собственно говоря, и нужно для однокомнатной квартиры. То есть мы выходим на улицу, и буквально там за 5-10 минут я его выматываю так. Давай, иди. Хорошо, молодец, хорошо, ай, браво. Ай, умница моя, ай, красавица. И он, видишь, ошейник на нем одет. Это он специально, он уже и поиграть-то хочет, а подойти ко мне, я же брошу сейчас этот калачик этот. И в то же время ему хочется подойти. Но в то же время бежать опять снег не хочется. Сволочь ты. Иди сюда. Давай, молодец. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, завелся, да? Завелся. Ну, вот, типа, вот так вот, вот мы и гуляем с ним. Ладно, друзья мои, неудобно бросать калачики эти, бублики, и одновременно как бы разговаривать. Я надеюсь, всем примерно понятно, какие мы будем с вами занятия и уроки проводить. Кстати, оно у меня так и сохранилось, это видео, поэтому я его там немножко подрезал и сегодня вечером выложу. То
То есть с перископа можно удачно выкладывать. Канал «Я не хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.